Так, первую снайперку мы любас найдем. Так, это что тут горит-то? Я просто хочу все внимательно изучить, потому что, ну, впервые с такой графикой, на самом деле, знаком. Я не играл никогда в новые игры. То есть, а тут вот Far Cry, ничего себе. Шестой. Так, вот это что? Взаимодействовать, ага. Куда он ведет? Как раз-таки он, наверное, и ведет к той самой снайперской винтовке. Загадка, загадка века. Я иду, тут какие-то книжки лежат. Рохля. Эпик, я продвигаюсь к снайперской винтовке. Как писал Захар, мне говорил, что ты должен быть истинным снайпером. Поэтому найди снайперскую винтовку. Она, конечно, может быть и во втором бункере, но мне кажется, она может появиться и в этом. Так, чего? Я видел вот так вот. Эй, я приветствую. Добро пожаловать на канал, у меня ночь, поэтому буду говорить потише. Так, сейчас я решил поискать уникальные снайперские винтовки. Да, всем привет, и подписывайся здесь впервые, приятного аппетита, кто кушает, и снайперские винтовки Far Cry 6. Нашел, где они находятся, уникальные снайперские винтовки. Есть винтовка LD Preader, винтовка Sebeca. Я не знаю, кстати, ударение, пускай так и будет. Потом двойное сцепление. El Tirano. И также есть снайперская винтовка Присуществление. Существление и все. Может, что еще есть, конечно, но вот эти вот винтовки надо бы открыть. Открыть эти винтовки. Они находятся... Тут есть карта. И я сейчас пойду искать, например... Начну с самой первой. Снайперская винтовка. Постройте охотничью лавку в своем лагере и улучшите ее до третьего уровня. А, и все, она появится, да? Окей. Охотничью лавку. Так, хорошо. Тогда посмотрим. Снайперская винтовка Sebeca. 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 Так. Где регион? Мадругада. Восточная часть Агуас Линдас. Центральный склад ФНД. Отыщите тайник. Значка. Заначка. Чтобы получить это оружие. Sebeca. Ну такая черно-голдовая пушка. Поэтому я думаю, что вот за ней сходить бы не помешало. Так. Сейчас я посмотрю, где это находится. Угу. Так, сейчас посмотрим. Это находится примерно... Так, Эспера... А, слушай, это находится прямо здесь, где я нахожусь сейчас. Прикинь? Это прямо здесь и находится... Да ну нафиг, серьезно, что как так получилось? Так. Так, можно приблизить как-то открыть? Прямо вот где-то... Вот здесь. Прямо где-то... Не, вот здесь. Так. Хорошо. Сейчас я ее постараюсь открыть. Так. Сейчас еще раз прочитаю, как ее искать. Отыщите тайник заначка. Тайник заначка, чтобы получить это оружие. Так, хорошо. У меня снайпы-то нету нормальной. Сейчас, может, появится. Так, давай тачку. Транспорт скоро будет. Давай тачку. Хороший выбор. Спасибо. Так, поехал. А, вот он, вижу. Так, аккуратно, Даня. Так, отыщите тайник.
Значит, они... Ага. Вот, что-то тут. Так. Заначка. Так. Все сотрудники. Тема. Доступ к бункеру 2. Двери бункера должны постоянно оставаться закрытыми. Входить могут лишь сотрудники с пропуском, выданным ФНД. Получить доступ к оставленным в бункере предметам может исключительно персонал с соответствующим разрешением. Сторонние, будь то военные или гражданские лица, будут немедленно наказаны. Так. Похоже, военные спрятали в бункере 2 что-то ценное. Ценности хранятся где-то во втором бункере. Так, пока что трудно понять, что мне надо. Надо когда попасть в бункер. А, вот они. Короче, где-то вызовный пост, центральный склад ФНД. Скорее всего, где-то здесь. Что-то есть? Возможно, а может и нет. Дверь бункера так и не починили. Ромеро попытался замкнуть провода, идущие к переключателю на крыше, но этот придурок не завел бы даже тачку моей бабули. И что там написали по этому поводу из штаба? Не пытайтесь забрать бочки, хранящие внутри, отправив служивца отключить питание. Если еще кто-то из вас пострадает, то вы пойдете под суд за порчу государственного имущества. Раз в этом бункере хранится что-то настолько ценное, могли бы хоть позаботиться об исправности двери. Так, я не понял, я могу открыть, что ли? Так, то есть эти пушки не так просто, я так понял, получить. А, я думал, это начинает гореть. Нет, эта пушка у меня горит. Так, ну, то есть вот эти два бункера, у них есть что-то ценное. Я так полагаю, пушки наши. Пушка, вернее. Так, а это что? Прочесть. А, что-то я вообще не могу понять, как это... А, вокс-то. Возможно. Возможно, что-то здесь, может, наверху есть. Скорее всего. Так, вот, что-то нашел тут. Ага, так. Так, все, отлично. Вот в один бункер я... Нужно рассчитать время. В смысле рассчитать? Ага, это как? Ага, вот так вот, значит. Значит, не все так просто. Ага, да, что-то пахнет. Отлично. Мне нужно в тот люк. Во! Фух. Прикинь, прикинь, что надо было сделать. Самое главное, что сам додумался. Так, все отлично. Дошло. Ладно, в люк так люк. Ой. Так, и... Так, главное, как мне оттуда выбраться теперь. Отсюда. Так, хорошо, ладно. С этим мы разобрались вроде как. С этой проблемой. Так, первую снайперку мы плюбас найдем. Так, это что тут горит-то? Я просто хочу все внимательно изучить, потому что, ну, впервые с такой графикой на самом деле знаком. Я не играл никогда в новую игру. То есть, а тут вот Far Cry, ничего себе, шестой.
Хорошая графика, на самом деле. Мне нравится. Как качество прорисовки прям вообще бомбическое. Так, ладно, мне надо что-то как-то вот это... Что-то найти здесь, да? Так, вот это что? Взаимодействовать, ага. Куда он ведет? Как раз-таки он, наверное, и ведет к той самой снайперской винтовке. Загадка. Загадка века. Как... А, так, ладно, супрема готов. Так, здесь ничего нету. Все, я ночью проникаю. Мне надо было бошку хотя бы помыть. Ну ладно. Не столь важно. Так, проникаю. Проникаю в этот, как его, вниз. И здесь начинаю аккуратно, аккуратно идти. Я полная атмосфера, мне, конечно, освещение выключить бы, ну ладно. Я иду, тут какие-то книжки лежат. Рохля. Эпик, я продвигаюсь к снайперской винтовке. Да, которая будет выглядеть как винтовка Себака. Винтовка Себака. Да, я иду к винтовке Себака. Иду медленно. Потому что, ну, я... Опа, опа, кто-то палит там меня. Потому что снайперская винтовка Себака — это, ну, для меня, как для снайпера, да, это очень важно. Как писал Захар, мне говорил, что ты должен быть истинным снайпером, поэтому найди снайперскую винтовку. Она, конечно, может быть и во втором бункере, но, мне кажется, она может появиться и в этом. Так, чего? Найдите конфиденциальные ценности. Ценность хранится где-то во втором бункере, именно во втором. Если я отрублю электричество, возможно, дверь бункера откроется. Так, ну а здесь-то что? Здесь что-то должно быть? Так, я очень медленно прошел этот туннель. Как хотел, да, книжки. Да, книжки читать. Мне лучше уже не читать, я уже весь мир этот выучил. Так что, кто хочет, сходите в библиотеку, почитайте, пока у вас мозг не лопнет. Мне это занятие надоело. Так. Окей. Здесь есть, наверное, металл, который мне так необходим. Сколько его здесь? 6. Не так уж много, но пускай будет. Книжки, записочка. Немедленно... Блин. Отправить на аукцион. Какое-то древнее копье. На все это барахло нашлись покупатели? Так. Так, 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 да, это хорошо, это хорошо, это я иду. Так, я... Вот оно как. Наше прошлое прячут. Или вообще сжигают. Да, да, они это все... Они сейчас с этим занимаются очень сильно. Сейчас что только не делают. Так. Окей, что тут у нас? Что? Ага, кому надо, почитают. Так. Так, хорошо, я иду дальше, я смотрю, какие-то хрени тут валяются. Так, а это что? Утиль. Так. Ключ-карта от офицерского помещения. Так. Откалывается. Так, хорошо. Так, сейчас иду дальше аккуратно, чтобы все понять, все почувствовать. Так, медленно иду. Иду медленно. Начинаю использовать ключи. Ключ подошел, открываю дверь и... Блин, вот это... Стыдка, блин. А тут миленько. Так. Да. Так, хорошо. Иду дальше. Тихо. Тихо. А, тут какая... А, кнопочка. Кнопочка. А, да. Да. Это все надо уничтожить. Так, кому надо, тот почитает. Э,
Около стола точно должна быть кнопка. Да, это я и так понял. Но я хочу все изучить, посмотреть повнимательней. Так, я иду дальше. Так, так, сейчас как в фильме, да, откроется, короче, какая-то из полок, да, вот это вот. Я уже вижу. Так. Ух ты! Мне бы так. Так. И это наша снайперская винтовка! Это наша снайперская винтовка, которая называется Сибека. Сибека, наконец-то! Я еще бы ее приобрести, и это только начало нашего приключения. Нас еще ждут снайперские винтовки. Так. Так что я здесь впервые, подписывайся на канал. Стримы будут каждый день, когда канал раскрутится до нужных размеров. Так. Нифига себе, тут всякой техники. Взять лекарство. Возьмем лекарство и отсюда можно уйти, да? Вот так вот. Так, все, хорошо, давай, давай, открываем. Прям вот напоследок, напоследок. Так прям тяну, тяну специально. Фух. Давай. Ясно, почему это пытались спрятать. А теперь оно мое, твари. А где... Кто? Кого? Это не винтовка Сибека, что ли? Это винтовка Сибека, все, окей. Ух, я ее нашел. Блин, я ее хочу уже как-нибудь применить, но мне надо сейчас там построить. Давай сейчас возвращаемся. Мне надо построить. Посмотрим этот тайный выход отсюда. Тут нет никакого прохода. Надо строить третий шалашик. Не знаю, ресурсов я набрал уже, нет? А, это как раз ход... А, нет, это выход отсюда. Слушай, ну неплохое приключение было. Мне понравилось. Прикольно они сделали. Снайперская винтовка Сибека была найдена только что. Это приятно. Это кайф, я тебе сразу скажу. Мне реально понравилось. Так. Все, она есть у меня. И проблема. Верстаки одел и все. А палатки зачем тогда? Так, ладно, окей. Все, винтовка Сибека есть. Так, гран-при гонку завершить я... Я не знаю, завершу я эту гонку, гран-при не завершу. Так, сейчас я сбегаю туда. Пробуем. Гран-при доступно, окей, давай. Как ее выиграть? Ничто не отражает суть Яры, лучше несущейся по улицам эсперанцы машины 50-х. Так, ну я думаю, что это стандарт. Это настоящая классика. Это стандарт всех гонок. Блин, на карте единственное, что не отмечено. Надо видеть. Так, хорошо, ладно, окей. Просто еду, да? По GPS что-то ничего не показано. Нужно замечать эти флажки. Так, окей. Блин. Ладно, окей. Едем. Еду. Куда еду? Дальше. Куда я еду? Что это сейчас было? Так. Так, ну вроде не сложно, легкая гонка. Еду, доеду. Куда еду? Зачем еду? Непонятно. Главное, что еду. На карте ничего не отмечено. Надо замечать. Отметки эти все. Так. Главное, чтобы шипов никаких не было. Так, ну, пошли отсюда. Так, окей. Да вообще без проблем. В чем прикол таких гонок? Может, на далекое расстояние? А, чтобы тачка не взорвалась. Окей, объехал. Куда? 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 Куда?
А, вот в этом прикол, что ли? Подожди, в чем прикол? А, ёпа, вот это... Прикинь, просто не заметил вообще. И воду. А в чем прикол воду-то? Прикол, конечно, окей. Покинуть транспорт. Чё, открыл я эту винтовку, нет? Да, все. Двойное сцепление у нас открыто. Двойное сцепление у нас открыто. Я сразу же... А, я не могу сделать быстрое перемещение. Так, я сейчас нахер сдохну, блин. Фу, выплыл. Так. Вот это я понимаю, стиль. И не поспоришь. Звони, как захочешь погонять еще. Так, ну... Я что, не могу телепортнуться, что ли? Так, все, я могу сделать быстрый телепорт. Так, допустим, F использовать. Окей. Так, вот такая снайперская винтовка теперь у меня открылась. Довольно интересно. Хорошо. Как жизнь, дружище? Так, вот такая есть. Есть теперь вот такая вот. Она прям вообще, наверное, мощная. Ну-ка, как она бахает. Она бахает, короче, вот так вот. Ну, как минимум, скинчики прикольные. Зачет мне нравится. Гуд. Окей. То есть мы открыли уже две снайперские винтовки. Так, самая первая снайперская винтовка, она, наверное, мне вообще и не нужна. Просто для коллекции можно открыть. Депреадор. Да? А что надо сделать? Построить охотничью лавку в своем лагере и улучшить ее до третьего уровня. Ну, это автоматом потом сделается и откроется, короче, что... Она мне не нужна, по сути. Она, я думаю, не такая уж мощная. Так, окей, две этих снайперки открыли. И еще есть снайперская винтовка Эль-Тирану. Эль-Тирана. И еще есть одна снайперская винтовка, которую мы еще на потом. Что здесь надо сделать? Регион Вальдеора, западная часть Новентармас. Ага. Так, то есть у нас еще осталось две снайперские винтовки, которые, я думаю, что я буду открывать Эль Тирану. Регион Вальдеора, северное побережье Бар-Яль, форт Сила. Ящик с оружием стоит на маяке. Вам нужно залезть на вышку рядом, а затем использовать крюк-кошку, чтобы подняться наверх. Окей, давай попробуем. Такая прикольная, зелено-оранжевая она. Снайперская винтовка. Окей, находится на... Тут, окей, Бар-Яль. Бар-Яль. Какой-то Бар-Яль, только подожди. Вот он, Бар-Яль, и мне нужно куда-то вот сюда. Окей, ща попробуем ее, так сказать, откопать. Понять, где она находится. Угу. Мне надо туда как-то будет въехать сейчас. И забраться. Здесь. При помощи крюк-кошки можно будет туда залезть сейчас. Но надо понять, как мне до туда вообще добраться. Так, что я могу использовать? Я могу использовать... Так, нам конец. Но это ничего страшного. Это надо просто захватить для того, чтобы оно... Чтобы оно было наше, да? Ну-ка, подожди. Как раз проверю. Блин, они самое хреновое, что они вызвали ебаную подмогу. Это вот... Блин, а мне та пушка нравилась больше, которая с глушаком. Она прям вообще бомбически была. А, то есть эта пушка тоже не особо-то так дамажит? Может, их прокачивать как-то надо? Голову-то они все, наверное, дамажат. Так, что мне надо? Устраните солдат. Устраняю солдат и пост мой, по идее, да? Хорошо, все, окей. Но он мне нужен для того, чтобы быстро, соответственно, перемещаться в дальнейшем. Так, я уже у маяка. Здесь уже, наверное, пешком надо дальше как-то. Надо этот лагерь, что ли, пробивать. И можно сейчас как-то обойти, скорее всего. Все это дело я рассчитываю.
это надо мне все-таки. Это, блин, замок тут. Построили какой-то. Это мне надо внутрь зайти. Где этот маяк-то находится? Вот этот маяк, да? Сейчас посмотрим, как мне на него попасть. Это что? Металл. Окей, да, ресурс. Я... Надо поискать ресурс, само собой, разумеется. Сейчас посмотрим, может, еще что-то есть. Это все было у меня. Вопрос, куда он складывает? Не с собой же он все это носит. Это складывает. Так, ага. Так, мне так просто туда, честно говоря, не попасть. Мне надо, короче, внутрь заходить и расстреливать, я так понял, этот форт. Видимо. Ну, скорее всего, да. Ладно, окей, тогда поднимаюсь. Так, ну-ка, сделай-ка мне... Тут нет бокового? А на каком боковой? Подожди, на вот этом боковой. Этот, окей, коллиматор. Так, как мне зайти в этот форт? Так, ну-ка. Вот что, кошка не докидывается, да? Кошка. А чё, как кошку-то кинуть? Это здесь? Надо смотреть в оба. Повстанцам нужна помощь. Так. Я просто хочу взять, я захватывать вас потом буду, наверное. Захватывать я вас буду потом, ребят. Я здесь за кое-чем другим. Вы же знаете меня. Я хочу... так, я хочу... Ой. И так, нормально. Так, я хочу... на маяке забрать этот. Стой, погоди. Как мне кинуть кошку-то? Да, смогу. Окей, все. Так, давай. Так. Поехали. Давай наверх. Так, и... Вот она. Вот она, эта пушка. Ух, я аж немного... так, не понял. Так, у меня что-то тут сбилось, я аж немного вспотел. Так, снайперская винтовка Эль Тирана. Это я взял, так. А, нет, не взял, вот она, Эль Тирана. Оранжево-зеленая должна быть, ну-ка. Да, вот она. Эль Тирана. Окей. Вау, такой вот вид. Ну, мне, честно говоря, города не нравятся. Мне нравится, когда пальмы такие, пальмы стоят. Чтоб светло было. Так, окей, давай, спускаемся. Так, а я могу сейчас отсюда сделать быстрый телепорт? Так, невозможно. Окей, хорошо. Тогда мне надо просто идти отсюда как-то куда-нибудь, блин. Так, вот это вот. Да. Так, все, едем открывать, я так понял, последнюю пушку. Так, последняя пушка называется снайперская винтовка пресуществление. Она находится, значит, регион Валь-де-Ора, западная часть Навентармас, Яранская академия, прямо над меткой оружия расположен спуск в люк. Слезьте по лестнице вниз и окажетесь у ящика с оружием. По лестнице вверх. Вниз, точнее. Так, сейчас надо понять, где это находится. Новентарамас. И Новентара. Названия такие. Как их читать? Вот, Новентарамас. Окей, и... Так, Новентарамас. И где-то вот... вот где-то сейчас... Угу. Так. А где-то вот возле этого бассейна, что ли, какого-то. Куда здесь получается? Ага, так, ага, ага, ага. Так, где-то... А, вот сюда. Сюда нам надо попасть.
И что нам надо сделать? Нам надо слезть вниз. Иранская академия. Прямо над меткой оружия расположен спуск в люк. Слезьте по лестнице вниз и окажетесь у ящика с оружием. Ага, ворот. Так, сори, ребята. Сори. Сори. Угу. Так, и... 60 метров. Куда мы там идем? А, вот, вижу, да. Вижу метку оружия. И прямо вниз спускаемся. И находим эту последнюю снайперскую винтовку. Давай, пробуем. Спустились в люк. Ага, вот она, кстати. Давай. Да. Пресуществление. Снайперская винтовка. Окей. Это как СЛР-ка, наверное, такая. Тап-тап-тап, да? Все, окей. Мы открыли все снайперские винтовки. Соответственно, я хочу здесь единственное по этому туннелю пройтись, полутаться. Потому что мне всегда интересно посмотреть все эти туннели. Это против течения течем. Плывем, вернее, какой-то говнотечка. Интересно, что здесь. Ой, да нафиг мне сюда. Что я тут забыл? Хотя не, можно выплыть вот тут. Так, все, я вроде выплыл. Так, кролики. Давай попробуем. Ай, ладно, кроликов. Не, кролики это ж мясо. Ай, ладно, пускай бегают. Так, все. Смогу ли я сделать телепорт сейчас быстрый? Нет. Да, быстрое перемещение доступно. Все, перемещаюсь тогда к верстаку. Да, к любому верстаку для того, чтобы... У нас вообще верстак, мне почему-то нравится вот... Вот здесь вот эта территория. У нас здесь есть верстак же, да? Вот верстак, окей, все. Телепортируюсь сюда. Для того, чтобы... Так, а что мне надо там было построить охотничью? Может, у меня будут ресурсы, нет? Нет, стоп, это я. Так, снайперская Эльдеперада. Охотничью лавку в своем лагере. Постройте охотничью лавку. Я знаю, что у Павла. Гарнизон повстанцев, а охотничья лавка это. Вот. И до третьего надо. Но нет, ресурсы лучше мне, наверное, все-таки тратить на гарнизон повстанцев. И чего мне не хватает-то? Где я столько металла тебе найду? Вообще непонятно. Так, не... ладно, верстак. Верстак, давай, беги к верстаку. Лучше где верстак? Сам молотком поработал. Вот он, верстак. Окей. И теперь смотрим эти... Ну-ка, я могу сюда, допустим, винтовку снайперскую тоже засандалить? Да, могу. Так, окей, беру вот эту. Так, это один, два. И теперь возьмем вот эту посмотреть. Так, и возьмем еще на... А, я, у меня все нету, да? И тогда заменим вторую. Вторую заменим на... Вот эту, наверное, да? Все, окей. Потому что те я уже видел. Чисто посмотреть, как эти винтовки выглядят. Так. Эту я видел. Вот так вот выглядит, типа как... Прикольно, она так немного что-то тут светится даже. Кого-то внутри чем-то заполнено. И... Вот такая вот еще у нас винтовка. Ну, что могу сказать? Неплохо. Неплохо. Сейчас посмотрю, как они стреляют. А, ну это, то есть... Стреляют вот так вот. А это у нас одиночными, да? Или нет? Да. Это как АВМ. Это, наверное, самая мощная вот эта снайперка. И у нее самый, наверное... А, и может задерживать дыхание. И прицел, все, вот он самый большой, наверное. И то есть и на расстоянии можно уничтожать. Что ж, все уникальные снайперские винтовки только что мною были открыты. Подписывайся, если здесь впервые. Оставляй комментарий. И увидимся в следующем видео.